Добрый день! Сегодня расскажу о продуктах, которые вызывают неприятный запах изо рта. Это лук, чеснок, редька, молоко, сыр, мясо, рыба, сладости, алкоголь, курение, кофе. Как мы знаем, все неприятные запахи связаны с продуктами жизнедеятельности бактерий. В данном случае бактерий, которые живут в полости рта. А что любят бактерии? Бактерии любят, когда тепло и сухо. Любят белок, глюкозу. Естественно, белка много в мясе, в молоке. Глюкозы много в конфетках, пирожных, то есть в сладостях. Но также есть продукты, которые хорошо освежают полость рта. Это все цитрусовые, это наши любимые яблоки, груши, овощи, это сельдерей, морковь, петрушка, семена укропа, кардамона, гвоздики, наш любимый мускатный орех, грецкий орех, черный чай. Достаточно пожевать свежие листья сельдерея, петрушки, и запах уйдет. Это запахи, связанные с продуктами питания, они просто неприятные запахи, но они легко убираются. Что я хочу сказать? Что необходимо пить много водички для того, чтобы наша полость рта всегда была влажной, было много слюны, и быть здоровеньким, и очищать свой организм. А также по утрам есть геркулесовую кашу. И утро у вас будет начинаться с свежего, чистого дыхания.